В зале сотрудники и руководители таможни Южного федерального округа и Сочи. Зимние игры в очередной раз отметили на торжественном собрании, прошли с успехом. И большую лепту в этот успех внесли в том числе сотрудники таможни. Сочи стал площадкой для внедрения самых перспективных технологий таможенной службы России, а Олимпиада – стимулом для совершенствования таможенного администрирования. Иными словами, ускорение и упрощение всех процедур. Выполнение поставленных на Олимпиаду задач, подчеркнули руководители таможни, началось задолго до ее старта. В условиях интенсивного обустройства и технического оснащения инфраструктуры таможня работала с 2008 года. Из нашего региона, из всех таможен были командированы лучшие специалисты. Кроме того, безопасность игр обеспечивали дополнительно к одному мобильно-инспекционно-досмотровому комплексу сочинской таможни еще 7, которые мы также с региона собрали. Персонал переподготовили, все таможенные посты реконструировали. Аэропорт Сочи стал суперсовременным терминалом с широкими зелеными коридорами. Сотрудники таможни оформили более 2000 самолетов и обслужили порядка 80 тысяч пассажиров. В пиковые нагрузки в сочинском аэропорту перемещалось до 8 тысяч человек. То есть это для сочинского аэропорта это очень большая цифра, с которой тоже пришлось справиться. И я думаю, что мы справились с этой задачей на отлично. За добросовестный труд во время игр лучшие сотрудники службы получили нагрудные знаки и специальные звания. Медаль вручили и Анатолию Пахомову за укрепление таможенного содружества. Глава города, в свою очередь, также вручил благодарственные письма и отметил качественную работу сотрудников службы. Результат, он был колоссальный, потому что все спортсмены, все олимпийцы, гости города, они все говорили об этом, что мы даже не заметили, что государственные органы осуществляли свою работу, проводили свою работу очень деликатно и, самое главное, очень культурно. За время подготовки и проведения игр, отметили на собрании, таможенная служба получила уникальный опыт. Впереди много крупных событий. Ближайшая парусная регата. После «Формула-1» чемпионат мира по футболу в 2018 году. Кроме того, в Сочи уже есть договоренность по приему крупных круизных лайнеров. И в успехе проведения каждого из этих событий качественная работа таможенников займет не последнее место. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.